Десантник – один из лучших спортивных клубов Подмосковья, отметил четвертьвековой юбилей. Воспитанники клуба, не раз защищая честь города Видное и Ленинского района, становились чемпионами, победителями и призерами международных и всероссийских турниров по карате и рукопашному бою. Праздничное мероприятие, посвященное юбилею спортивного клуба «Десантник», состоялось в минувшую среду в кинотеатре «Искра». Клуб, который сейчас является одним из лучших в Московской области, был создан четверть века назад при Доме культуры МКГЗ. Об истории клуба, о его первом руководителе, обо всех трудностях и их преодолении вспоминал Моисей Шимаилов, который в то время возглавлял управление культуры района. Благодаря в том числе и ему появился «Десантник». Какой путь проделал клуб? Я думаю, то детище, которое создается непросто, идет непросто, встает на ноги непросто, оно будет долго жить. И я, конечно, горжусь и поздравляю этот клуб с праздником. Гостей на праздничном вечере было так много, что в зале не хватило мест. Дети, родители и, конечно, первые спортсмены клуба. Глядя на сегодняшних ребят, они вспоминали свою команду, тренировки, соревнования. Есть некоторая разница между детьми сейчас и нами, то есть нашим поколением. Сейчас дети больше рассчитаны на карате, оно менее жесткое стало, правила стали более лояльны, поэтому это даже ощущается в показательных выступлениях. Вот. На мой взгляд, может быть, это любых видов спорта, у нас было немножко пожестче. У нас была команда, ну, по-моему, на мой взгляд, одна из самых сильных в России считалась. Вот, наша команда города Видное, это поколение там как раз 90-х годов. Славные традиции сейчас продолжает юное поколение каратистов и бойцов рукопашного боя «Десантника». Среди молодых спортсменов – победители и чемпионы областных, российских и международных турниров. Конечно, это большая гордость, которой мы сегодня отмечаем 25 лет клубу «Десантник». Это деятельность в целом городского центра спорта города Видное. Я думаю, что перспективы очень серьезные впереди. Конечно, главное еще впереди. 25 лет для клуба – возраст самого расцвета. И обязательно будут еще громкие победы и признания. А в адрес людей, чьи имена уже вписаны в спортивную историю нашего города и района, звучали слова поздравлений. Поздравляем клуб, желаем ему продвижения, всего лучшего и лучших спортсменов. Хочу пожелать этому клубу дальнейших успехов и поздравить Крылкова Сергея Евгеньевича, он сейчас руководитель этого клуба, и также всех, кто в прошлом работал в этом клубе, кто его основал. Новых побед, развивать свою сеть и новых чемпионов. Спасибо всем тренерам, особенно Василию Викторовичу и Павлу Владимировичу. Они меня многому научили, и я многого достиг. Хочу поздравить наш любимый клуб «Десантник», пожелать им много-много лет еще процветать, расти чемпионов. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.